А я очень рад, что на этом месте осуществилась моя мечта, которую я некогда выразил вслух, а потом в соответствующих эскизах, дабы здесь появился образовательный комплекс православной гимназии рядом с кафедральным собором. И вот эту мечту нам помог осуществить замечательный человек Владимир Иванович Щербаков, который вот здесь присутствует. Вот надо, чтобы в жизни каждого были такие победы, в основе которых собственные усилия и благодать Божия, которая приходит нам в ответ на молитву. Поэтому растите, мои дорогие дети, умными, добрыми, глубоко верующими людьми. Пролетело лето, но я не грущу. В школу я учиться новую иду. Кабинетов много, в них тепло, светло. В новой обстановке.